Аллергия – реакция организма на вещество, которое он не переносит. Например, пыльца деревьев или полевые клещи. Это так называемые природные антигены или аллергены, которые обычно безвредны. Однако иммунная система аллергика рассматривает их как опасные вещества. Если у человека есть аллергия на пыльцу, и он контактирует с этим аллергеном, иммунный ответ организма будет особенным. При первом контакте организма с аллергеном белые кровяные клетки синтезируют антитела, а точнее иммуноглобулины класса Е, которые подготавливают иммунную систему к повторной встрече с этим аллергеном. При первом контакте с пыльцой никаких явных симптомов не возникает, однако именно тогда иммуноглобулины класса Е прикрепляются к поверхности тучных клеток. Тучные клетки встречаются в дыхательной системе, желудочно-кишечном тракте и коже. При повторном и любом следующем контакте с пыльцой этот аллерген будет связываться с иммуноглобулинами класса Е, а тучные клетки выбрасывать в кровь особые вещества хемокины, например, гистамин. В результате возникают аллергические симптомы – насморк, слезящиеся глаза и чихание. Аллергических реакций множество. Существует, например, кожная и пищевая аллергия. Симптомы аллергии также многочисленны – от сыпи до рвоты и поноса.